начала этой рабочей недели вступили в силу ограничения на границе, которые были проанонсированы еще 2 недели назад. Напомним, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Беларусь закрывает наземные пункты пропуска на выезд из страны. Соответствующее постановление было подписано еще 7 декабря Советом министров, а вступило в силу оно 21 декабря. При этом для иностранных граждан выезд не ограничен, правда, по истечении 10-дневного срока самоизоляции. Выехать наземным способом могут и некоторые категории белорусских граждан. Речь идет о тех, кто официально работает или учится за границей, а также кто имеет вид на жительство в другой стране. Смогут выехать наземным способом и те, у кого намечена командировка за пределами страны, либо находится тяжело больной родственник. При этом выехать этим гражданам можно только раз в 6 месяцев, предъявив документы, подтверждающие вышеуказанные причины. Самолетом выезд граждан Беларуси и иностранцев не ограничен. Более подробную информацию можно узнать на сайте Погранкомитета Беларуси.